Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1680 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. Не очень нравится корень из x в знаменателе, поэтому давайте его внесем под знак дифференциала. Для этого давайте вспомним, что дифференциал корня из x равняется производной корня из x, то есть единица, деленная на два таких корня, умножить на dx. У нас стоит похожее выражение, не хватает лишь двоечки в знаменателе. Поэтому получается интеграл d корень из x. И так как d корень из x равняется dx, деленное на 2 корня из x, нам нужно еще умножить на 2, чтобы вот эта двоечка сократилась. Разделить единица плюс x. Но под знаком дифференциала у нас стоит корень из x. Поэтому хотелось бы вместо x тоже записать корень из x. Мы это можем сделать следующим образом. Корень из x в квадрате. Теперь двойку выносим как постоянный множитель за знак интеграла. И если относиться к корню из x как к единому символу, он стоит под знаком дифференциала и в знаменателе. И мы видим табличный интеграл, и он равняется арктангенсу. Вместо x у нас корень из x плюс константа. Это и есть ответ на нашу задачу. Всем спасибо за просмотр. Свое мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях и вступайте в группу ВКонтакте.